Август 2020 года. Это кадры задержания ранее неоднократно судимого местного жителя. Он подозревается в занятии высшего положения в криминальной иерархии. Правоохранителям удалось задокументировать всю преступную деятельность так называемого положенца. В июне прошлого года прокуратура Тувы утвердила уголовное дело по статье 210 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сегодня Верховный суд Республики Тыва на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Признано доказанным, что мужчина, обладая высшим положением, использовал свое влияние в целях воздействия на лиц криминальной направленности в местах лишения свободы и за их пределами на территории республики. Он организовал сбор денежных средств на нужды криминального мира и разрешал спорные ситуации среди лиц, поддерживающих данную субкультуру. Обвинительный вердикт присяжные заседатели вынесли единодушно. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока заключения в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Мадр Сандан, Чайхан Дангак, Азамат Ачур, Тува-24.